Привет, меня зовут Марк, я преподаю барабаны в школе «Виртуозы». Занимаюсь барабанами уже 10 лет. В первую очередь, конечно, видеть результат учеников – это кайф, когда ты видишь результат своей работы. И второе – музыка – это бездонное нечто, которое можно изучать всю жизнь, и, в общем-то, это безграничный потенциал для роста. Барабаны очень круто прокачивают фокус внимания. Ты не отвлекаешься на всякую ерунду и делаешь то, что необходимо для того, чтобы добиться цели. Это парадокс, но чтобы достичь быстрого результата, нужно делать все очень медленно, наблюдая за каждым своим движением. В первую очередь ребенку нужно дать понять, что барабаны – это посередине между весельем и скукой, где-то вот здесь. Да? Нужно ему сначала дать выплеснуть излишки энергии. Ему нужно дать поимпровизировать, побеситься, постучать, поиграть с ним вместе. То есть, чтобы он выплеснул, так сказать, из себя все веселье. И когда этот момент будет замечен, ему нужно давать потихонечку, понемножечку такие маленькие упражнения. И он через какое-то время сам увидит свой результат, и он втянется. Со взрослыми все очень просто. Иди сюда. Садись вот здесь, делай вот так, не торопись, не суетись, а я пошел за басухой. Когда появляется первый результат, ты попадаешь в такую воронку эмоциональной зависимости от этого. Реально. Ты начинаешь получать кайф от того, что у тебя получается, и тебе хочется еще больше делать, чтобы еще больше кайфа испытать от этого. Знаю такого одного, он добился успеха благодаря почти ежедневным тренировкам, многочасовым, за счет безумного желания прогрессировать и самосовершенствоваться. И теперь он преподает барабаны в школе «Виртуозы».